Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Называется Таки Валет. Это телеграм-бот. Кого заинтересует, перейдя по ссылочке в закрепленном комментарии, кликните, будет запустить бот. Можно начинать, друзья, абсолютно без вложений. Он дает нам зарабатывать. Значит, перейдя по ссылочке, кликните «Запустить». У вас откроется вот такое вот меню. Здесь подписываться никуда не надо, ничего делать. Ну, как обычно, да. Там надо... Здесь ничего не надо подписываться. Вы кликаете вот сюда на стейкинг сразу. И будет что-то в виде рулетки. И... Кликните вот на эту рулетку, и вам случайным образом дадут монеты. Вот кликните на стейкинг. Я уже это все проделала, как бы, да. Вот. Как бы. И у вас тут будет рулетка. Вы на нее кликните, и вам дадут случайным образом денежку. В USDT мне дали 13... долларов, ну 13 USDT, да, так как идет один к одному. И вот уже на эти монетки, то, что вам дадут бонус, у вас начнется как бы начисляться прибыль. Раз в 24 часа. Значит, здесь вот стейкинги идут. Вот у меня 13 вот монет мне дали. Вот это. Под 2% на 250 дней. Минимальный вывод отсюда от 10 долларов, то есть 10 USDT. Можно за 250 дней набрать. Вчера мне пришло первое начисление. Зашла я сюда позавчера. И вчера раз в 24 часа идет как бы начисление по будням. Выходные ничего такого нет. Значит, здесь начать стейкинг. Значит, и вот мне вчера начислили 0.26 USDT, то есть 26 центов. Так. И можно здесь это что стейкинге? Это пополнять USDT, BTC, Binance, рубли даже есть, Ethereum 3X. И USDT. Вот. Это не достаточно для стейкинга. Ага. А вот минимальная сумма пополнения 50 USDT, друзья. 50 долларов. Понимаем, да? Так, мне бы теперь вернуться надо. Даже рубли есть. Минимальная сумма стейкинга в рублях 3000 рублей. Значит, USDT также 50. Ну, или если кликните, там покажут, какая минимальная сумма. Так, давайте я сейчас вернусь. Ссылочка. Вот, запустить у вас будет. И все. Выбирайте язык, естественно, русский. Вот и как бы. Далее. Вам дали бонус. Все замечательно. Стейкинг я вам показала. Кошелек. Здесь нужно будет вам прописать, куда вы будете выводить криптомонеты. Так. И кошельки USDT, рубли, биткоин. Вот. Я прописала USDT StrongLink и отправила. Все, у меня кошелек как бы здесь уже забит. Значит, получить этот депозит, отправить, это вывод будет. Далее, возвращаюсь в меню. Значит, здесь о компании и партнеры. В
будет находиться наша реферальная ссылка. В этом разделе вы можете получить пригласительную ссылку, узнать информацию о вашей команде и вашем пригласителе, а также воспользоваться промо-материалами для привлечения в команду. И вот здесь пригласительная ссылка, сразу вот она ваша, можно делиться. Далее, что еще здесь? Моя команда. У меня в команде 2 человека. Как бы. Опять возвращаюсь в меню. Так. Кошелек я вам показала. Стейкинг я вам показала. Партнеры показала. Также, друзья, есть веб-версия. Если вы кликните на настройки. И вот сюда веб-версия. Криптокошелька. Здесь вы кликните сюда. Я кликать не буду. И вам ссылочку, как бы я вот так ее скопировала. Но у меня уже не есть веб-версия. Я вам сейчас покажу. И кликните вот сюда. Вам дадут логин. Появится. И пароль. Кликните сюда, перейдете, если вам нужна веб-версия, в веб-версию, скопируете свой логин, скопируете свой пароль и зайдете. Сейчас я вам покажу веб-версию. Вот так вот выглядит веб-версия, значит. Вот мой баланс. 0.26 центов. Значит, ну, это здесь другие балансы, как бы, да, у меня здесь. Далее что? Вот на колокольчик, если я нажму. Начисление стейкинга от 13 USDT начислено 0.26. Чуть позже, сегодня мне еще придет одно начисление. Набираю 10 долларов. Вот. Можно депонировать, можно без вложений. Я пока ничего не депонирую. Работу по стейкингу. Там посмотрю. Значит, ну и здесь как бы идет новый участник. Также новый участник. То, что ко мне присоединилось. 2 человека. Значит, получить это у нас выходит, что депозиты. Как я уже сказала, минимальный депозит 50 долларов. Далее отправить это вывод. Минимум 10 долларов, как я сказала. USDT. О, ну, в долларах тоже. И здесь в криптовалюте показано как бы тоже 203x минимум. Если 3x. Ну, на TronLink. Ну вот Binance, это все как бы пополнить вывод. Далее, что здесь у нас еще в веб-версии. Также внизу вот есть Telegram Support, почта Support. Далее стейкинги. Вот мой стейкинг, друзья. Как бы, да, вот 29.01, как я уже сказала, я зашла. И завершится он 24.01.2024 года. Сейчас у нас наступил 23 год. Сумма 13, начислена 0.26 активный. Рекомендуется, если кто-то захочет пополнить, как объяснил мой пригласитель, друзья, здесь много, да, здесь 1%, 1.8%. И он настоятельно рекомендует, если как бы делать депозит, то от USDT под 2%. Он, мой пригласитель, инвестировал, конечно, сюда. Сколько, по-моему, 100 долларов. Вот. Также инструкция и маркетинг также будут в закрепленном комментарии. Я никого не призываю вкладывать. Пожалуйста, работайте без вложений, потому я и пишу видео
то, что нам дает возможность зарабатывать абсолютно без вложений. Далее здесь рефералы. Идет вкладочка. Рефералы. А здесь вот... А, это партнерская программа. 10, 6, 2, 0, 8, 0, 6, 0, 4, 0, 1%. 7 уровней реферальной программы. Значит, представители-то у нас что? Так, личный стейкинг. А здесь идет общее, как бы, да? Кто здесь участвует? Значит, структура. И вот мои два реферала. Далее партнера. Здесь также есть как бы баннер. Можно скачать. И возвращаясь в кошелек. Хочу показать, здесь также есть реферальная ссылка. Вот здесь профиль. Здесь нет ничего такого. А, имейл можно прописать, телефон, логин, как бы это все сохранить. Подождите, реферальную ссылку хочу найти. Так, рефералы. А вот она, друзья, реферальная ссылочка. Можно скопировать. Ну, я от Телеграма оставляю реферальную ссылочку. Захотите, зайдете. Не захотите, не зайдете. Это уже ваше право. Как бы вот такой вот проект. Думаю, без вложений неплохо. Можно и подзаработать за 250 дней 10 баксов набрать. Думаю, будет это реально. Также у них здесь проводятся, друзья, всякие мероприятия и вебинары. И вчера какой-то у них тут я была у них. Сейчас я вам покажу. Мне сообщение вот пришло. Вот. Также оповещение видите по вашему стейкингу. 0.26. И вот вчера, 30.01 в 19.00 по Москве, приглашаю всех на какую-то сессию. И поговорим о кошельке, о маркетинге. Ответим на вопросы о мотивации. Каждый желающий может взять слово, задать вопрос или оставить свой отзыв о работе с нами. Также они дают ссылочку на видео, чат остается в нашем чате. Вот. Ну вот как бы так. Это говорит о серьезности про администрации. То, что они относятся к проекту серьезно. Они как бы как. Вот. Ну вот как-то так. Кому интересно, заходите. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить обязательно. Я запишу видео по выводу. До новых встреч!